Получи бонусы и подарки на 16 тысяч рублей с инвайт-кодом SUPERSTART2024 в мире кораблей. Легендарный премиум-корабль 8 уровня «Тирпиц». Премиальные бонусы для комфортного старта. Солидный запас полезных ресурсов. Забери их прямо сейчас и наслаждайся. Привет! На связи Даша Бунтина со свежим улыном от «Игромании». Сегодня ты узнаешь много нового о Monster Hunter Wilds, почему Астробота назвали самой веселой игрой PlayStation, за что игроки опять обрушили рейтинг Starfield в Steam и почему Valve может потерять 840 миллионов долларов. Ставь лайки, подписывайся на канал и делись роликом с друзьями. А мы начинаем. Появились новые подробности Monster Hunter Wilds. Игра и правда получит полную озвучку, 14 видов оружия и живой динамичный мир. Изучать его можно на ездовых животных. Они, как такси в GTA, смогут автоматически доставлять игрока к отмеченной цели. Пока непонятно, будет ли это работать в том случае, если монстры начнут преследовать геймеров. Наверное, в такой ситуации придется взять управление на себя и бороться за выживание. К счастью, теперь на телах врагов будут появляться раны. Если их атаковать, то можно нанести очень много урона. Но это не поможет при охоте на больших монстров, которые научились собираться в стадо. Нападать на целую толпу неразумно, поэтому лучше подождать, пока они разделятся. В это время можно понаблюдать за проработанной экосистемой, например, как птица строит гнездо, высиживает яйца, а потом кормит птенцов. Помимо крутого геймплея, авторы обещают захватывающий сюжет. Некоторые задания можно пройти в одиночку, но большую часть Monster Hunter Wilds разрешат пройти вместе с друзьями. Релиз игры ожидается когда-нибудь в следующем году на ПК и консолях. Журналисты похвалили LEGO Horizon Adventure. Платформер опирается на приключения Элой из Zero Dawn, но добавляет много юмора и отступлений. Например, в этот раз с девушкой будет спутник Варл. Герои во многом одинаковы, хотя различаются скинами и одной уникальной способностью. Персонажи будут путешествовать, драться с рободинозаврами и заниматься строительством. В основном Элой и Варл ухаживают за деревней Сердце Матери. По мнению журналистов, LEGO Horizon Adventure ощущается хаотичной и очень веселой игрой. Приключение создано для всей семьи, что подчеркивается простым геймплеем и беззаботным настроением. При этом у некоторых критиков возник вопрос, почему Sony так активно развивает именно эту франшизу? Horizon получит сетевой спин-офф, триквел, предысторию и еще множество других проектов. Неужели эта серия настолько интересна и хороша, что заслуживает такого развития? Критики в восторге от демо-версии Astrobot. Журналисты прошли всего 4 уровня, но игра уже кажется очень масштабной и увлекательной. Платформер постоянно предлагает что-то новое, меняя сцены, локации и даже механики. У игрока просто нет времени для скуки. Благодаря такому подходу каждое задание становится ярким, насыщенным приключением. Игра предлагает 3 уровня сложности, причем самый высокий заставит попотеть даже опытных геймеров. Больше всего трудностей могут вызвать головоломки, которые получились весьма оригинальными. Боссы тоже оказались очень самобытными за счет уникальных приемов и атак. Журналисты заявили, что Астробот великолепно выглядит, звучит и ощущается, с чем помогает тактильная отдача геймпада DualSense. Для некоторых критиков платформер стал самой увлекательной и приятной игрой за многие годы. Правда это или нет, мы сможем узнать 6 сентября только на PlayStation 5. Британские геймеры подали коллективный иск против Valve. Компанию обвиняют в злоупотреблении положением и завышении цен на игры в Steam. Главным инициатором дела стала активистка Вики Шотболт, выступающая за защиту цифровых прав. Она заявила, что Valve заставляет издателей подписывать особое обязательство по паритету цен. Из-за этого компании не могут продавать свои игры на других площадках дешевле, чем в Steam. Таким образом, магазин получает до 13% комиссии, вынуждая британских потребителей платить больше. Коллективная жалоба уже получила поддержку со стороны одной юридической фирмы. Она намерена привлечь Valve к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. Из-за этого компании Гейба Ньюэлла грозит штраф в 840 миллионов долларов. Однако Вики Шотболт не в первый раз борется с Valve. Она делает это уже около 6 лет. Интересно, чем история закончится на этот раз? Dark Souls, Elden Ring, Sekiro и другие игры From Software довольно сложные, поэтому многие геймеры обращаются за помощью к гайдам.
Хидетака Миядзаки и его коллега прекрасно об этом знают и уважают такой подход. По их мнению, нет ничего зазорного в том, чтобы читать подсказки. Ведь, по сути, игроки делятся друг с другом опытом, рассказывая о полезных стратегиях и секретах. Миядзаки подчеркнул, что игры From Software ориентированы на разных пользователей. Студия ценит тех геймеров, которые предпочитают проходить вслепую, то есть без чужой помощи. Такой опыт даже более органичный. В этом случае проблема игроков не зависит от гайдов, а только от их собственных навыков и действий. Также разработчик заявил, что продажи Elden Ring превысили 25 миллионов копий. Заодно он напомнил о скором релизе дополнения Shadow of the Erd 3. Аддон стоит ждать 21 июня. Игроки опять обрушили рейтинг Starfield. Казалось бы, за что? Игра продолжает развиваться, скоро получит дополнение, а недавно вышел крутой редактор модов. Именно в нем и оказалась проблема. Bethesda сделала так, что модификации можно сделать как бесплатными, так и платными. Геймеров это очень расстроило. Они раскритиковали Starfield, призывая наполнять игру контентом, а не микротранзакциями. Самое смешное, что разработчики не в первый раз наступают на эти грабли. В прошлом Bethesda пыталась продавать моды для The Elder Scrolls Skyrim. Тогда игроки тоже очень ясно и четко выразили свое недовольство. Подробнее об этой ситуации ты сможешь узнать из нашего видео на канале «Полка игромана». Блиц-новости начнутся с таинственных игр в Epic Games Store. В магазине заметили The Last of Us 2, новую часть турок, секретный проект от авторов GTA и многое другое. Много из утечки официально не анонсировали, так что мы понаблюдаем за действиями площадки и реакцией разработчиков. А ты можешь посетить наш сайт и узнать полный список слитых игр. Создатели Phantom Blade Zero не подписывали никаких контрактов с Sony. Решение выпустить игру только на ПК и PlayStation 5 приняли сами разработчики. Заодно они подчеркнули, что их проект не относится к жанру Souls-like. Поэтому в экшене есть выбор уровня сложности, а противники не воскресают после каждого отдыха. У новой Dragon Age будет свой редактор сохранений. Раньше игроки использовали сервис Dragon Age Keep, который переносил решения из первых двух частей в Инквизицию. Но больше он не нужен. Все дадут настроить прямо в игре. Fortnite пройдет очередной концерт. На главной сцене выступят аватары группы Metallica, которые исполнят 6 композиций. Ивент пройдет с 22 по 24 июня. Blizzard опять сломала Diablo 4. Новые питомцы определяются игрой как приспешники, что ломает некоторые сборки некромантов. Разработчики пообещали исправить эту ошибку в следующем обновлении. Но когда оно выйдет, авторы не сообщили. Аниме-адаптация «Нир Автомата» продолжится 5 июля. Второй сезон расскажет о следующем задании андроидов 9S и 2B. Заодно авторы опубликовали новый постер. К слову о сериалах. Сегодня наш великий и могучий Никита Монтажер советует вам посмотреть документальное шоу «Ферма Кларксона». Многие наверняка знают ведущего «Топ Гира» и «Грантура» Джереми Кларксона. В какой-то момент он запустил еще проект, который посвятил не автомобилям, а ферме. Конечно же, Джереми ничего в этом не понимает и на глазах зрителей постигает все взлеты и падения земледелия. Именно на его незнании строится юмор и душевность шоу. Он постоянно ошибается и делает глупые вещи, но за всем этим стоит куда более серьезная идея. Фермерство — это сложно и дорого, о чем большинство людей даже не догадываются. Кстати, именно поэтому в Британии фермеры обожают Кларксона за эту передачу. Он показывает широкой публике, насколько эта работа сложная и важная. Зрители видят весь процесс – покупку техники, сбор оборудования, сбор урожая, открытие магазина, уход за домашним скотом и кучу всего другого. При этом шоу снято очень дорого и красиво. А так как съемки шли в Великобритании, при просмотре начинаешь проникаться колоритом английской сельской глубинки. У передачи очень много достоинств, включая прекрасных второстепенных героев. Они будут вызывать улыбку не меньше, чем сам Джереми Кларксон. Смотреть однозначно стоит, заряд положительных эмоций обеспечен. Ну а на этом я говорю вам, как-то, мне кажется, сошлось, да, фермерство и вот этот образ. В общем, я желаю вам приятной пятницы и последующих выходных. Увидимся с вами во вторник, соберем новости и, как всегда, будем вещать. Не забудьте подписаться, поставить лайк и добрый комментарий. Все, пока-пока.